Добрый день! Хотел на самом деле анонсировать своим подписчикам и всем тем, кто когда-нибудь посмотрит, что хочу заснять видео о Красносельском районе, в котором живу, в Санкт-Петербурге, и о той ситуации с метро, а точнее с его отсутствием и с обещаниями властей о том, что вот-вот мы выделим на это деньги и так далее, да. Поэтому не судите строго, потому что буду снимать непосредственно с мест, где строится метро или, по крайней мере, огорожено забором, где начало стройки, где потенциально вроде как по плану должно быть. Поэтому если кто знает точный адрес, где должно быть метро, в Красносельском районе, там Горелово, Красное село и там в сторону Дворца Конгрессов, пишите, буду признателен, потому что по планам, которые есть, не очень особо понятны, и придется, в общем-то, на местах искать чего и как, да, потому что вопрос метро, на мой взгляд, должен был решаться еще вчера, да, а все настолько интересно, что непонятно, когда этот вопрос решится. А квартал растет, район растет, дома растут. А что будет с сообщением при нескольких дорогах всего лишь из района, совершенно непонятно. Ну и также непонятно, где все эти люди будут работать, где будут учиться их дети в начальных школах, где будут садики и так далее. Поэтому, граждане, если вы что-то знаете, что можно подтвердить документально или фактически, пишите в комментарии, и будем встречаться и пытаться данную тему двигать. Ну и, как обычно, честные люди, объединяйтесь, вместе мы мирные законы, сделаем жизнь лучше. Всего хорошего.